Всем привет, с вами Гвимблэйд. О, видите, у тебя гамадрилов. Я, конечно, хотел бы кого-нибудь другого попасть. А маг есть, блядь? Так. Вон он, сука, стоит. Но всего 10 руды. Может, хватит? Стрел из руды. Ну тебе хватит, блядь. Короче, тебя увидеть, нахуй. Где ты там, блядь, бегаешь? Вон ты, сука, где? Сейчас, ребята, помедленнее, пожалуйста. Блять, промазал. Давай, сука. Промазал, как ты посмел помахнуться, блядь. Блядь. Да блядь. Сука, отхилился полностью, блядь. Да раз, блядь. Опять отхилился полностью, да он охуел, блядь. Блядь. Ладно, кого-нибудь другого убьем. Нет, тебя долго убивать. Ко мне, надеюсь, не бегут там. Я ведь помню, как вы в прошлый раз, блядь, все через текстуру прошли. Борис! Уйди, пожалуйста, от монитора! Стал сел перед монитором и сидит. Я там важную миссию делаю, Борис. Спи. Ты не выспался, я знаю. Хоть и спал, блядь, 4 часа. Ну. Давай, сука. Надеюсь, если сейчас придут, сейчас ко мне не подымутся, блядь. Ты гандон, а? Я думаю, он сгорит. А сколько урон от взрывных стрел? Я, пожалуй, взрывные использую. Где там шаман, блять, наш? Ах ты, сучара, блять! Лови. А, они сквозь текстуру пошли. Они сделали умнее, чем я. Так. Так. Попался, сука. Блять! Ёб твою мать, где штаны не наложил, но! Фух! Ёбаный в рот, вы чё так? Ребята, блядь, подкрадывайтесь незаметно. Так нельзя? Я ж могу, блядь, и обосраться. А мне это не надо? Все вещи постираны? Да что ж. Что там? Сквозь текстуру, блядь? Опа, опа, опа. Блять, сука, хули ты двинулся? Давай последний раз. Ладно, стоим, ждем. Как все вернутся обратно? Блять, как я так помахнулся? Да ёб твою мать! Так. Я думаю, надо сохраниться. Ну чё, пошли доставать из текстур наших господ. Я вижу только одного. А, не в текстурах, они здесь просто стоят. Это не в текстурах. Демон с ними там же. Бакараж, блять. Что делать? Может, отбегу подальше? Теперь они с ними.
Ты не говори мне, что это, сука, идет еще за мной под текстурами, блядь. Ебаный, вот. О, завоеватель вылез. Ох ты ж, ёпта. Остановись здесь. Ах ты, сука. Не успею, нахуй. Еще раз хибанет, и мне пиздец будет. Я его даже не вижу, блядь. А, нет, вижу. И ему пиздец. Ой, завоеватель, отойди. Я только хилки пополнил, запас себе кое-как, блядь. Стоять. Мимо, мимо, мимо. О. Ох, ебать. Что у тебя написано было умненькое такое? Оборванный кусок бумаги. Камень предков. Наконец ты нашел камень предков. Я должен сразу получить его силу и вернуться к Керту, чтобы рассказать ему о триумфе. Надеюсь, другие успехи, чтобы избавить нашу страну от зла. Странно, что эта забавная бумажка была обернута вокруг камня. Я почти уверен, что это рецепт. Только у меня будет больше времени, схожу к магу и покажу ему эту записку. Рецептик. Хочу... О, я могу его сделать, заебись. Там эликсир стихии, да? А у меня кузнечного этого. Нихуя ничего нет, да? Я надеюсь, демон из-под текстур вылез, нахуй? Хоть дела нет. Нет, он, по-моему, где-то здесь, блядь. А, ебать, вот он! Хей! Парень! Ты ошибся адресом, блядь! Как ты здесь оказался, сука? Воспарил воздух, нахуй! Эй, блядь, демон слабее шамана даже. Спасибо, мне как раз рога нужны, блядь, твои. Кто там еще остался из этих гамадрилов? Опля. Голем где-то губу ждает опять. Заебался по этому норму уже бегать. Из-за этого я его и не люблю. Ребята, кто-нибудь еще остался танцевать? Остался один баран. Ты мой. Да? Сука. Камень предков. Надо пойти вернуть его, что ли? Сейчас скелетики будут, да? Да, как же без этого? Ну, я думаю, сейчас сохранюсь и пойду. Только сейчас мы себе одного друга призовем. А да, каменная рожа, пошли. У нас есть работа. Начинается, блядь! Давай ему поебал, на! Потом вот ему. Сюда бы сейчас волну пламени, блядь. О, лучник прибежал еще, блядь. А доспехи-то держит, блядь. Сука. Блядь, дай ему поебальнику, а. Ему тоже дай поебальнику. О, блядь, этот пришел, сука. Серьезный парень. С топором, блядь.
Сейчас меня ебанет топором, блин, пару раз. А мы его вот так, вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Все, готов нам. Это топор. Кстати, улетел в жопу. Ты вообще живой, нет, да сколько тебе хп осталось. Ебать, его вообще почти не покоцали. Отхуйте. Попал. Ой, со спины, блядь! И ФПС просел! Как я тебя ненавижу, ФПС, блядь, ски. Пиздец. А вот честно скажу, у меня даже Ведьмак 3 так не лагает, как это, блядь, лагает Готика 3 нахуй. Сейчас покажу, как надо. Вот так! Я еще факел буки возьму, честно. Нихуя не видно. Там нихуя немало, блядь. Айда. Угу, охуенно. Вот вы суки, блядь. Сломают ебучку быстрым ударом и так далее. Блять, сука! Хватит так колоть! Хули встал, блядь. Понятно, что у тебя здоровье дохуя, блядь, но я не как бы. Только у тебя это, а не у меня. Выпустите меня нахуй отсюда. Слышите, ребята, вы здесь не дохуяли, а? Я в натуре это спрашиваю. Не просто так, а серьезно? Вот они, два мозгоеба, которые сейчас мозги все выебут. Блять, ебать, а! Галям, что ты занимаешься? Объясни, пожалуйста, блять. О, бля, давненько не было. Ебать, опасный скелет сквозь текстуру ходит. Молодец. Давай, скелет! Ой, скелет, голем, блин. Оба на пламени, а будущее нужно так. А туда что-то вставляется. Получается. Ты... Ну чё, я побежал-то? Тут где-то уже, по-моему, недалеко, да? Клан огня, недалеко. Как добегу до клана, запись включу. Увидимся через пару мгновений. Для вас. Пару мгновений это будет. Так, вот мы и пришли. Ебало у меня не приклеилось, и это заебись. Клан огня. А потом в монастырь пойдем в эту серию. Инос, да. Здравствует! Белер, приветствует! Друг. Друг. Тогда входи. Тут хороший шнапс и жаркий огонь. Что ты тут делаешь? Я? Я встречаю воинов, которые приходят извне. И много воинов в пути. Да. Тяжелое время, парень.
Орки становятся все наглее и наглее. Раньше, как только они высовывали свой нос из пещеры, тут же получали нахлобучку. Между тем, они уже чувствуют себя тут как дома. Их просто слишком много. Что тут есть? Зависит от того, если хочешь шлепнуть парочку орков, здесь ты обязательно найдешь того, кто пойдет с тобой. Конечно, у нас в деревне тоже есть кузнецы, но они не так хороши, как в других. Расскажи мне о клане. Мы называемся клан огня. Что у вас общего с огнем? Вечное пламя Иноса живет в нашей груди и дает нам силы бороться с орками. У нас самые лучшие воины во всем Нордмаре. И орки опасаются нас. Отправляйся в деревню. Нет человека, который мог бы состязаться с нашими воинами в мужестве. Вот увидишь. Так. Видео для течения недель. Так, мужчина в повстанцах. Да, видел, он был сильно истощен. Он тяжело переносил мороз. Он еще у вас? Нет, он только обогрелся в огне и опался в монастырю магов огня. С тех пор его больше не видел. Спасибо. Это уже кое-что. Значит, в монастырь все-таки пойдем сегодня. Так, там кто нас живет. Челик. Кель. Эй, ну? Все в порядке? Ладно, я и не хочу знать. Что ты тут делаешь? Сам себя спрашиваю. Я должен оставаться в деревне, чтобы она не оказалась без защиты, если появятся орки. В чем проблема? Мы должны напасть на орков. Тогда они не посмеют приблизиться к нашей деревне. Знаешь что? Наплевать мне на по старой доброй традиции. Скажи-ка. Нет. Хорошо. Мне нужно только, чтобы кто-нибудь прикрывал меня с тыла. О чем идет речь? А, ничего особенного. Возле деревни шляются несколько орков. Я хочу о них позаботиться. А что еще у вас в традиции? Инос и орки. Этого хватает для полноценной жизни. Ну, разумеется, при такой жизни нужно довольно много тренироваться. Ну, а ты что? Дать тебе еще пару советов? Могу тебе... Как убить орка? Ну, это же ясно. Ебать, орки сложены пошире, и они покрепче, чем мы. Так что, если уж бьешь орка, то бей со всех сил. А прицельным уколом орка можно тяжело ранить. Ты говорил о приказе, который мешает тебе надавать оркам по заднице? Керт не хочет, чтобы мы отправлялись в новые рейды. Он просит сказать, он совсем скис, когда план не удался. Что еще за план? Он думал, что сможет высунуть орков с помощью силы предков. Пару дней назад Керт устроил большой пир, на следующий день его сын вместе с большим отрядом воинов ушел с деревни на поиски. Назад не вернулся никто, а недавно мы нашли несколько тел, их обгадали волки, но убили тут не дикие звери. Там были жуткие следы, обгоревшая земля, какой-то странный запах, не знаю даже, как надо, мне трудно что-то удивить, а уж тем более... Блять! Их убило, это был жестокий удар, ракет, кажется, вместе с сыном потерял всякую натисперию, после же конец. А что должен был найти сын? Силу предков, это старое поверье, Нордмор, сейчас его с краской, может, предки помогли бы нам, но все равно не стоило бы так надеяться на правдивые старые легенды. Уф. Ну пошли. Пошли. Там ТПшка лежала? Да, ТПшка. Моя. Иди нахуй. Где? Пошли. Вот, ты потом пойдешь, блядь, в этот клан молота помогать. Шахту нам отбивать. Блять, жалко, я там не смогу свои доспехи элитные одеть, а? Блять, а? Обидно. Чё, в монастырь ползти, блять? Появился что-то уже? Хуя себе! Ч,
что? Охуели же совсем, блядь. Твари где-то здесь. Я ж тебя убил, блядь, уже, сука. Я тебе голову отсеку. Блядь. Что ты делаешь? Ебать! Все, опасную тварь забили, нахуй. Сейчас меня забьют, нахуй. Больших хилок нету, сука. Держись, блядь! А я еще в хорошей форме. Ага! И хуеть, один удар, тебе пиздец был бы, нахуй. Я пообещал тебе слишком много, только тогда и замечаешь, что действительно живешь. А теперь... Не знаю, что ты задумал. Орочий хлам. Эй, ты. Тебе чего? Мне ничего, нахуй. А тебе что? Не хочу бежать. Хрющи. Хрющи. Вот, сделаем. Ты у нас кто? Да прибудет Инос с тобой. Ты веришь в Иноса? Конечно. Инос показал нам, что есть настоящая сила. Как? Первым королем равнины был один из нас. Инос дал ему силу и власть. Достаточно, чтобы в одиночку захватить равнину. Нет ничего сильнее Инос. Да. Как дела? Хорошо. Я жду спасителя. Я присоединюсь к нему и помогу уничтожить орков раз и навсегда. Значит, у тебя уже все решено. Я верю в это. И кто этот спаситель, которого ты ждешь? Не знаю. Я был в монастыре и разговаривал с Пираном. Он мне все объяснил. Кто такой Пиран? Он маг в монастыре, очень умный. Он много знает о древней мудрости. Как мне дойти до монастыря? Это совсем рядом. Просто иди под... потом в гору. Что он объяснил тебе? Все это... И война, и орки, все это предопределено. Это испытание. Если мы выдержим, он приведет нас... Расскажи мне о монастыре. Это священ... Да что? Кажется, в монастыре есть пища. Там стоит... Да-да-да. Эй, все в порядке. Ты чего хочешь? Нет, ничего не в порядке. Что случилось, блядь? В чем проблема? Вообще-то, я должен охотиться на орков. И что? Видишь, что на мне надето? Совсем не подходит для охоты на орков. Металл был бы более уместен. Я тоже так думаю. И чё? Что я получу, если достану тебе доспехи? Самое ценное, что у меня есть, это топор. Звучит неплохо. Забудь об этом. Я буду твоим сопровождающим. Я больше ничего не могу тебе. Так. Где тут можно взять доспехи? Моего размера такие делают на заказ. Стейнер из клана. Поговори. Что ты понимаешь под сопровождающим? Я буду сопровождать тебя везде. Я буду... Пока мы... Именно. Нарав... Сука. Я достану Жирная, доспехи. Блин. Хорошо. Сумок обычный. Следопыт. Бицок. Слава Иннесу! Хочешь пойти со мной на охоту? Позже. Да, ты, наверное, тоже явился сюда, чтобы... Что ж поделать, если передумаешь? Так. Проблемы с орками. В Нордмаре холодно? Эти тюфяки расползлись по всей стране. Они грабят наши гробницы. Нападают только мертвые. Вы что-нибудь предпринимаете против орков?
Убийцы орков уже в пути. И любой орк, который им попадется, будет забит. Это как-то неорганизовано. Зато очень эффективно. Но если хочешь узнать поточнее, поговори с Кертом. Я слышал, у него есть план. Кто, провалился, что ли? Кто? Он? Блядь. Вот, тебе понадобится... В Норд... Хе-хе, так я... Так. Ты еще не... Ну иди нахуй-то. Это как посплю кого-нибудь, тебя, блядь, заебали. Ты чего хочешь? Я хочу поспать. На охоту пойдем сейчас чуть попозже, когда я из деревни буду сваливать. Или это должен быть генерал Ли? Вот он! Нихуя себе у тебя топор, бля! Я ебал, блядь! Да он этим топором нахуй! Ты здесь? Да ты прямо-таки вездесущ! Да и доспехи тяжелые у нас! Я тоже рад тебя видеть! Хорошо, хорошо. Успокойся! По-моему, генерал Финнеса, нет? Я рассчитывал встретить здесь, на самом краю света. Что же ты задумал? Вообще-то я собирался нанести Рабару визит. Но этот трус укрылся за барьером. Но я еще с ним поквитаюсь. А, это история с тюрьмой? Вот именно. Он еще горько пожалеет об этом. Никто не может безнаказанно бросить меня в тюрьму, даже король. Наверное, на Харинисе не проходило и дня, когда бы я не мечтал об этом. Посмотреть Рабару прямо в глаза. Ты здесь оказался. Пока я не знаю, как попасть в Мегаты, подрешил начать поиск сторонников. Нормандцам тоже не за что любить короля. Ты что, хочешь развязать войну с Летаной? Когда там и так воят орки? Нет, ты слишком усугубляешь. В любом случае, мой план удался, себе согласны дать кров и пищу генералу в изгнании. Но не воевать за него, у них сами проблем хватает, а те орки... Так, может, прежде стоит подумать о вопле, почему ты не помогаешь экрану огня. Позже, сначала Рабару Сириан своя, но у меня своя. Да не думал, что смерть короля может усилить орков. Я уверен, что справлюсь, я уже побеждал их раньше. Различная обеспечность, или ты сам на себя не похож? Что ты от меня хочешь, чтобы я возглавил движение повстанцев, как я это сделал один, без сторонников, без короны? Корона? Ну, в смысле, они не пойдут за мной, кем попало, я не забываю об этом. Да всем плевать на законы, в стране хаос. Его станет меньше, если я прикончу одного коронованного ублюдка. Ты ослеп, ты ведь метишь на королевский трон. Ромар не смог позаботиться о своих подданных, а когда глянул, ты сбежал как последний трус. А ты даже не смог отблагодарить людей, приютившихся в клане огня, каждый топ полностью туда, ты греешь задницу в теплой избе. Не думаю, что ты был бы лучше Рабара. Что? Я думал то, что через... Иначе ты меня хоть что-то. Видимо, ты там был другой или... Тогда меня лично с тобой говорить, валяй отсюда, не подайся мне больше на глаза. Хуеси. Эх, Ли. Ли, как же ты так скатился, а? О, кузнец. Тебе нужно... У меня есть во всем Ингвар из клана... Шлем охотника надо... Покупаю, нахуй, не ебет. Так, знаете, вот эти мечи, вот эти, болты, арбалеты, посох шамана. А, нет, это подавать не надо. Ну-ка нахуй, покажите мне это. Ебать! Что у тебя в сундуке? Если у тебя здесь это, значит должен быть в сундуке еще вот это. Сломано. Это ебан! Меч предков. Расскажи мне... Да тут... Ах да, ну я уже... Есть... Он время от... Что нового? Ситуация не актива, как уже отделение, они уже развернули лагеря на дороге к клану Молоты, к монастырю склона совсем отрежет. А что, кстати, постоянная вещь, неделю назад я вышел ночью из СБ, у меня аж жуть. Небо с яркими сполохами, фиолетовый, красный, синий, они били со скал, наверняка это очень шаманы готовятся, когда скоро начнется бит, надеюсь, она стать последней для клана. Можешь, кляну, но я не могу для этого. В как? Ты что думаешь? Я слишком дорогая. Что мне? Кузнецу
Приноси сюда 30 кузнечных балок. Вот, и молот у меня. Хорошо, ты готов. Как добраться? Внизу, просто... Чуть я одного юмора, блядь, не понял, нахуй. Сломано. Ронный лук. Ебать, неужели лук появился, который лучше моего, блядь? Тяжелый доспех? Пока нет. Нет. Сначала докажи, что ты этого стоишь. Иди нахуй. Так. Иннос, да пребудет с тобой. Ты боец, а не паломник. Ты из мер... Примерно... Значит, ты уже пережил то, что нам еще предстоит. Паломник? Ну, монастырь Инноса, что в горах, раньше привлекал множество паломников из Срединного королевства. Но с тех пор, как началась война, почти никто туда не приходит. Так. Как пройти в монастырь? Просто иди в горы по той дороге, что внизу у края деревни. Здесь недавно проходили паломники? Нет. Но здесь был маг огня. Он сразу пошел дальше. Как его зовут? Милок? Нет. Миртон. Я слышал, что твой сын пропал, он погиб. Ты больше не скажешь. Что-то сказать, рано или поздно удача изменяет Макля. Судьба Бусман. С ними случается рано, и не предстоит увидеть бездыхное тело своих детей. Что? Борьба? Но теперь клан огня. Да будет силу. Так я думал когда-то. Это была моя ошибка. Расскажи. Мы сразу. Почему? Он показал его огонь. Это стоит. Ты можешь? Конечно. Я. Что так? Я не слышал ни об одной битве с орками, где ты участвовал, а ты после скрытого участия. Вначале ты кажешь, что не хуже донос, умеешь крушить лучше бы. Что мне сделать? Жогу своей слухи на что не конец же. Участвуй с кем рассказывай. Вместе с Крином перебили заставу по дороге. Те твари хотели разделаться с сынами и магами по отдельности, теперь не будет хорошая работа. Барабанщики орков в ущелье, стоянки орков я не стал их терпеть. Распугали их, насмешили. Могу поспорить, что это был сборный пункт орков между метанами, мы давно его ищем. В любом случае, хорошо, что ты их с ним покончил. Клан Волка отбил южный мост и снова контролирует перевал. Я слышал, что Бенкрайт Хогар в этой битве покрыл себя славой, а твоя легкая. Немножко так помог, немножко здесь где-то должен быть прихватил тыл. Этого хватит, и ты хочешь перечислить все стычки с патрулями. Пожалуй, ты не такой мягкий тел, как остальные жители равнин. Так все же, что за силы предков? Большинство, но самые... Как это? Каждый из этих искусства со... Камни предков. Что? Я послал к гробницам. Я волнуюсь. Этому может они по... Я могу... Может лучше послать одного в... Ты можешь... Поручиться... За то, что... Я не забыл, спрашиваю, я не должен этого говорить, но не могу иначе. Я испытывал тебя не просто так. Шесть лучших воинов пытаюсь выполнить задание. Мой сын был среди них. С ним я послал, а ты от самых стойких раз. Уже если остальные потепят, что он овладеет... Блять, теперь они наверняка стали поживы волны. Когда он остался без защиты, я больше не стал. Я уже готов стремиться за гибелью ухваченной войны. Тут и нас посылает тебя кланяться дальше. Вполне может быть, что отправлю тебя на лёд и смерть полера. Давай, блять. Я надеюсь, может статься, что тебе придется сразу, но не на карту по... Может, эта судьба и через танец получит наше наследство, коль мы остались недостойны его. А что если... Неважно. Один топор, они должны... Почему ты под... Камни предков долго... Но я увидел... Мне снилось. Они хотели... Тогда я... Да не пизди, я заебал. Как мне... У меня... Иди туда. Замечательно. Будь осторожен. Это... Я только... Так, нет, подожди. Так. Да? Я получил силу Снорре. Хорошо. Я добыл сил. Хорошо.
Я взял сил. Хорошо, что... Я получил... Хорошо. Хорошо, хорошо, блядь, ничего. О, ты должен винить Керзак, не экспириенс странник, сливку слишком большой горе постиг нашу семью. А ты его жена, верно? Да, я его жена и хранится от фига клана, но лучше за имя просто Хельга. Не уходи, Керника не просит помощи, в деле кошающего лишь, я наверное, прошу тебя. Пошу тебя к мать, найди Бьёрна живого или хотя бы его тело, чтобы мы достойны. Все сделаешь, что ты хочешь. Что ты можешь мне подождать? Я готов дать еще, что месяц найдешь его. Кану молот, нужды воин, ты можешь говорить своему же помочь нам. Это будет непросто, но я сделаю все возможное. Хорошо, я постараюсь найти твоего сына. Это не тот, которого, блядь, это шаманы, блядь, в жертву принесли. Я, у меня печальная новость. Он умер, говорит, что случилось. Орки принесли Бьёрна в жертву, чтобы вызвать демона, теперь с ними покончено его тело вдоль недалеко от родных предков. Кто-то уже знает об этом, еще нет. Ты должен сам сказать ему, иди, пожалуйста. Блядь. Парень. Я нашел твоего сына. Где? Недалеко от гробницы. Он мертв, орки убили его. Я так и знал, лучше иди, оставь меня. Но я ему сказал. Я тут обо всем радушие новости меня не прибавил. Ты рисковал своей жизнью ради нас. Если муж расстрелял так небогатый круг, я сама должна найти. Тебе нужны были воины. Канмолот нуждается в вашей помощи. Боюсь, не смогу помочь. Если кто-то из наших убийц захочет присоединить себя, они так валенты. Ты больше не в моей власти, но не должен идти. Что я могу для тебя сделать? Пожалуй, лишь я могу дать тебе воин. Он взял его с тобой. Это часто подход. Да, да. Нихуя себе, блядь, топор, нахуй. А здесь ничего нету, сука. Я хочу сейчас кое-что сделать. Ребята. Сделаю я это сейчас за кадром. Ах, я нашел их. Я нашел. Я тебе покажу. Что ты мне покажешь? А, пират, блядь! Ой, пиран. А почему он красный? Сейчас ты получишь. Ебать! Да монастырь против меня получился! Сука! А ну тогда давай, бля. Сука. Ну погоди, друг. Я надеюсь, сейчас, блядь. Сейчас я хочу сказать. Блядь! Здесь! Я думаю, сейчас восполню свои алхимические эти, блядь, зелья! А, он стал послушником, я так понимаю, да? Ой. Ебать! Нет! Уф, блядь. Сейчас его поймать надо, сука. Давайте сюда поближе. Где он там? Ага, попался, сука! Пламя должно погаснуть, нихуя себе. Ой. Блять, пизду. Я вот не ожидал, что они на меня кинутся, вот честно скажу, блядь. Мне казалось, им похуй, типа, блядь. Отступаем. Куда ты пошел, Оливер, блядь? А, вот он, блядь. Послушником стал. Подожди, сейчас получается, что сейчас Ньютон на меня кинется?
принципе, такое может быть, блядь, не отрицаю. Еще подумал, блядь, доспехи охотника на драконов, вроде там не стоял никакой знак. А он на меня кидается, сука. Сейчас поговорим здесь с людьми. Здесь будет. Какими людьми поговорим, если кого больше нету, блядь, всех вырезали, сука. Один остался. Так, ребятки. У вас есть алхимический стол? Здесь нету, блядь. Вы же маги, блядь, не позорьтесь нам. Странно, странно. О, есть, заебись, поговорить. Вода. И эликсир стихии. Все есть. Написано. Тут что-то об алхимии. И что сейчас это зелье? Ну, я так понимаю, это для клинка же какого-то, нет? Почему я сквозь текстуру повалился еще? Здесь темно, как в жопе, нахуй, надо здесь этот... Факел. Факел у меня в луке, так, ступеньки там, я пока скажу сюда. Может, что-нибудь новенькое почитаем. Блять, я уже игру почти прошел, а в мире я только доспехи получил, самый заебатый, сука! А, надо вниз спуститься, да? Доспехи, кстати, были у торговца, у того же Калана, в инвентаре. Надеюсь, он и меня не обиделся, что я его отхуярил. Но за доспехи, блять, не жалко. Ёбаный вот, блять. Значит, он подниматься наверх, да? Мы внизу, я почитаю. Тут что-то об алхимии. Эх, ностальгия такая, Готика 2 сразу вспоминается. Сломано. Что у нас есть? О, переход на монастырь. Подниматься не придется. Я надеюсь на это. Еще напишешь, что пишут. Изубин привел своих людей в пустыню и объявил им, что именно здесь будет построен город. Так вера орков стала верой людей. Нормально же. Знаем, что у нас. Так. Книжка, наверное, не хорошенькая, да? Я еще не готов к этому. Чего, блядь? В смысле, не готов. Ладно, телепортируемся в монастырь. Наверх. Не хочу бежать. Пойдем поговорим с нашим другом. Милтон, друг мой. Блядь, куда я побежал? Друг мой любезный. Ты живой, нет там, блядь? Или ты тоже со мной клинки сейчас сомкнешь? Крестишь, сомкнешь, блядь. Мильтан. О, нет, он у меня друг, смотрите, куда спал. А, вот и ты. А я уже думал. Мильтан, Мильтан, ты показалась по закону, все еще ходит по земле. Это катастрофа, как нам через бать. Должен вступить в бой с этим драконом, и они совсем не детеныш размерами превосходят меня, по крайней мере, в длину. Это ведь драконы, они все равно больше. Разумеется, не ставит нас под большие проблемы. Я больше не смог найти драконов, похоже, это были все. Это точно? Ну, раз я это говорю, сколько их было, где они здесь, рассказывай. Всего было 4 дракона. О, и на 4 дракона я нашел 2 в пещере под Кабдулом, один из них вблизи Гельдена. Целых 3 дракона вертания, это невероятно. Я могу даже представить, что было бы, если бы ты с ними не покончили. Последний был в Варанте, а там где? Ну, где-то на равнине. Это балкон, так что не мог забыть, где именно этот балкон. Ох, да помню я это. Он бродил между покорейшим и древним храмом недалеко от восточного побережья. Я до сих пор не могу в это поверить. Ты уверен, что отыскал всех?
Да, все драконы мертвые. Тогда ты вновь подтвердил свое имя. Мое имя именно. Убийцы драконов. Не так ли тебя называли в Харине? Ах, да, точно. Помню. Почему ты меня ждал? У тебя к этому талант. В этом месте может произойти великое. Поэтому ты не мог уйти далеко. Что здесь произойдет? Не произойдет. Этого я не знаю. Но сейчас, когда ты здесь, однажды на этом месте, может быть... Почему? Похоже, судьба ожидает тебя именно сейчас, спящий. Это могла быть и случайность, но еще и дракон. Очень маловероятно. Ты что-то особенное, и ты играешь... Ты нашел магию? Да, и наздал мне несколько заклинаний. Если хочешь, то я могу попробовать научить тебя им. Так. Что я должен делать? Этого я не знаю. Но пока ты этого тоже не знаешь, ты можешь помочь мне с огненными кубками. Один из них я уже нашел. Теперь нам нужны остальные. Где мне? Мы послали на поиски кубков нескольких под... Ступай и... Понятно. Раз... Я у... Кубки бы... Под... Да, давай, давай. И... Как... Так, босс... Теперь... Хуй я тебе их верну. Что ж, давайте на этом серию завершим. На следующей серии пойдем к Сарбусу. Нет, пойдем сначала к Оркам. И будем добивать всякие задания. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока.